Они коммерческим организациям рассказали, как получить президентский грант, объяснили, как правильно подготовить отчетные документы. На практической части рассмотрели проекты от организаций, которые не получили грант. Участники поняли, какие конкретно ошибки они допустили. Каждый проект оценивается как минимум двумя независимыми экспертами. Друг друга они не знают. На эту работу отводится около месяца. После работы экспертов анализируют специалисты фонда. Они следят за тем, чтобы все методические рекомендации соблюдались. До 10 сентября принимают заявки на второй конкурс в 2018 году. В Приморье 3149 подобных объединений. Президентский грант может получить любая некоммерческая организация. Главное – четко обозначить свою социально значимую идею. Хочу выразить вам благодарность за инициативу проведения в городе Владивостоке обучающих семинаров для некоммерческих организаций Приморья. Как для новых участников конкурса президентских грантов, так и для победителей. Кто работает в некоммерческом секторе, они уже работают с людьми. Мы называем это целевой группой. Вот проблемы целевой группы, вы когда работаете, вы их знаете. Нужно четко их определить, понять, что глобально объединяет эти проблемы. И цель проекта всегда должна быть направлена на решение этой проблемы, на улучшение жизни людей.